Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем видеоблог «100 рыбалок». Мы в городе Киеве, справа от Южного моста, на песчаном пляже, на расстоянии около 100-150 метров от мостовой опоры. На календаре у нас 2 июня. Мы прочитали уже несколько отзывов в Фейсбуке, что в этом месте рыбы нет или она есть, но очень плохо ловится. Именно поэтому в это место мы и решили отправиться. Проверить эту точку, пощупать ее и посмотреть, действительно ли это так. По информации, которую предоставили мне ребята, в этом месте есть изгиб русла Днепра и яма 11 метров. Именно эту ямку мы постараемся нащупать и на свале, где-то посередине свала, будем ловить нашу рыбку. Ловить мы сегодня будем ее следующими вещами. Удилище у меня 3-метровое, с тестом до 60 грамм. Этого вполне достаточно для того, чтобы 42-граммовую кормушку, которую я сегодня буду использовать, добрасывать на расстояние 35-40 метров. Почему кормушка 42 грамма? Почему не тяжелее? Ведь вы скажете, ее же, наверное, будет нести, когда дадут воду. Ну, во-первых, непонятно, дадут ли сегодня воду, потому что это уже происходит не по расписанию. А во-вторых, когда кормушка упадет на дно, то течением ее как раз и прибьет в этот изгиб Днепра, где, как я считаю, это течение прибивает пищевую базу, натуральную пищевую базу для днепровской рыбы. С 3-метровым удилищем с тестом до 60 грамм мы будем использовать катушку 4000-ю. На ней шнур 12 ЛБ. На шнуре, опять же, как я и говорил, кормак 42 грамма. Кроме этого, мы будем использовать поводки диаметром 0,117, крючки 18 и 16 номера. И о том, на что мы будем ловить и чем будем прикармливать рыбу, мы скажем, переместившись к приготовлению прикормки. Кормак мы будем забивать смесь из прикормок Fish Dream. Первая из них будет Black. Ее мы пробиваем через 2-миллиметровое сито. Ту крупную фракцию, которая останется после того, как мы перебьем прикормку через 2-миллиметровое сито, мы ни в коем случае не выбрасываем. Мы ее переместим в отдельную емкость. Вот у меня уже ее насобиралось, слава богу, достаточно. И будем ее использовать как крупная фракция а-ля пастанчина. Кроме этого, мы сегодня будем использовать обязаловка горох. Сварил я его дома, гороха у меня достаточно, я на него делаю ставку. Килограмм. Fish Dream лещ. Кроме этого, прежде чем приступить к замесу, я сделаю следующую вещь. С начала года у меня очень хорошо рулит опарыш, который задипован в ВДЕшке Big Fish. Что я делаю? У меня есть опарыш. 2 порции. Открываем емкость. И нашего опарыша, вот в таком вот он состоянии, отсыпаем в отдельную емкость. Немного. Оставляя себе. В любой момент можно досыпать. Отсыпать уже не получится. Этого опарика отставляем. А отсыпанного опарыша, вот столько у меня, засыпаем вот этим бигфишем. Пересыпаем. У него цитрусовый запах. Пересыпали опарыша данной смесью бигфишем. Надеюсь, этот запах и аромат понравится рыбе. И думаю, даже какой-то и вкус. Вот, закрываем баночку, перетрушиваем и отставляем в сторону. Дальше приступаем к замесу нашей прикормки. Как я и говорил, 3 килограмма Fish Dream перебьем через 2-миллиметровое сито. Начинаем. Первым у меня пойдет более светлая прикормка – плотва. Высыпаем. Кстати, посмотрите, сколько после перебивки через 2-миллиметровое сито остается от каждой из прикормок.
хорошенечко перемешали, отложили шуруповерт в сторону, ищем тару для воды, наберем воды из Днепра и будем увлажнять нашу прикормку. Водичку мы добавляем очень осторожно. Мы прикормку перебили через 2-миллиметровое сито, и она у нас очень мелкого помола, мелкой фракции. Поэтому немножечко добавили воды, помешали шуруповертом, отставили в сторону, подождали минутку, посмотрели, какой она консистенции. Если что, еще доувлажнили. Не ленитесь, делайте увлажнение в несколько приходов. Не обязательно делать 2 или 3. Некоторые делают и по 4, и по 5, и по 6. Это не значит, что человек не может рассчитать с водой. Это значит, что он осторожен, он аккуратен, он не хочет испортить себе прикормку, а главное, не хочет испортить себе рыбалку. Ведь неправильно приготовленная прикормка – это уже чревато испорченной рыбалкой. Поэтому приступаем. Первое увлажнение у нас закончено. Она еще полностью не лепится, она рассыпчата. Но влага в ней чувствуется. Поэтому я не хочу переувлажнить, я хочу подождать, пока она полностью напитает влаги, распустится, так сказать, и начнет отдавать свои ароматы. Увлажнить мы всегда успеем. Ну что ж, как говорится, повторение – мать учения. И еще раз перед промером глубины я решил напомнить, что я сегодня буду использовать. Fish Dream – 3 килограмма. Black – плотва и лещ. Первое увлажнение. Горох домашнего приготовления, твердо мягенький. Будем добавлять его порционно пробочками в нашу кормушку. Кроме этого, мы будем использовать крупного опарыша, пересыпанного присыпкой от VDE Big Fish, и пинку маленького опарика белого, красного и синего цвета. Занимаем место на нашем кресле и монтируем нашу сегодняшнюю оснастку. Как я и говорил, катушка у меня 4000-ная, на шпуле намотан шнур 12 ЛБ. Начинаем монтировать. Добрый. О, спасибо. Спасибо. Червяки? Треба. Дякую. Дякую. Вот видите, нам такой вот сюрприз. Немножечко прикормочки. Ребята, что за прикормка? Что здесь? А, универсал, да? Мегамикс универсал. Понял, спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. То есть клюны. Дякую. Будем разраховываться на це. А, дай бог. Вот у нас такой прикормочки немножко дали. Мегамикс. Такой хлебный запах, хороший, вкусный хлебный запах. И красного червя. Красного червя у нас не было, теперь у нас красный червь есть. Это очень хорошо, потому что неизвестно, что сегодня у нас выстрелит. Откладываем наши подарки в сторону и займемся продолжением монтажа нашей катушки на наше удилище. На чем я остановился? Остановился на том, что, еще раз повторюсь, катушка у нас 4000-ная. На шпуле катушки намотан шнур 12 ЛБ. Удилище у нас 3-метровое. 10-футовая, с тестом до 60 грамм. И пропускаем шнур через кольца удилища. Рыбалка у нас будет ночная. И, кстати, о ночной рыбалке. Сейчас на втором кольце я вспомнил, что мне необходимо предусмотреть закрепление светлячков на мое удилище. А светлячки мы будем крепить не какими-то специальными приспособлениями, а с помощью резиновых кембриков, которые перед тем, как пропустить шнур, закрепим на нашем квиротипе, они у нас будут висеть там. И после того, как стемнеет, мы уже в эти кембрики вставим светлячок. То есть для того, чтобы минимизировать точку крепления светлячков и
чтобы при забросе ничего это не мешало нам ловить. Вот, поэтому сейчас сделаем очень важную вещь, о которой не надо забывать. Закрепим кембрики для светлячков. У нас есть два волшебных чемоданчика. Один из них корм для карповых монтажей. С этого чемоданчика мне понадобится, вот он такой симпатичный. С этого наборчика мне понадобятся ножнички для того, чтобы обрезать кембрики. Отставляем в сторону. И мой ящичек, в котором у меня уже готовые монтажи есть. Фидерные. И фидерные, и пеллицевые, и методные. Но из этого набора нам понадобятся светлячки и резиновые кембрики под них. Сейчас мы их найдем. Вот у меня в пакетике резиновые кембрики. Есть у меня различные виды крепления светлячков на квивер, на кончик удилища. К примеру, вот данная модель. Она удобная, но в ней есть один минус. Светлячок сам по себе очень маленький. У меня зрение не орлиное, и этого светлячка мне недостаточно в темноте. Поэтому я использую более крупные светлячки. Поэтому данное крепление, оно хорошо, но для тех, у кого хорошее зрение. Откладываем его в сторону. Также есть крепление следующего плана. Вот такое вот оно массивное. Принцип в чем заключается? Откручиваем здесь шайбочку, вставляем кончик удилища и шайбочкой прижимаем. Вот так вот оно крепится вдоль удилища. Соответственно, сюда вставляем уже светлячок. Конструкция достаточно массивная. И эта конструкция уже послужила причиной одного моего сломанного квивертипа. Поэтому тоже предпочтение я ему не отдаю. Если вы любите свое удилище, то постарайтесь минимизировать монтаж светлячка к кончику удилища. Именно этим я сейчас и займусь. Два светлячка. Резиновая трубочка, которая шла с ним в наборе. И от резиновой трубочки мы отрежем два кусочка. Два кембричка резиновых, которые оденем на квивертип и в которые в последующем ставим наши светлячки. Отрезаем. Делаем это на столике. Один. Главное, чтобы не улетели. Ставим на столик. И второй. Не слишком толстые, чтобы можно было удобно в них просунуть наши светлячки. Трубочки хватает, которая идет в наборе надолго. В одной пачке у нас два светлячка и трубочка. Но этой трубочки вполне достаточно для четырех светлячков. На этом закончено. Закрываем нашу коробочку. Отставляем ее в сторону. Она нам еще понадобится. Желательно коробки в песок не ставить. После этого вы будете брать их на ноги. Будет все в песке. Поэтому коробочку мы ставим на креслице у нас сзади. Ножнички сразу ложим на место, потому что у нас уже темнеет. Скоро освещения будет мало, а потерять нам что-то совсем не хочется. Ножницы на место и коробочку тоже в сторону. Наши подготовленные два кембрика мы одеваем на квивер. Катушку не ложим в песок. У меня сзади сито. Я катушку положил на сито. Я сниму квивер для того, чтобы более детально показать, как это происходит. Одеваем на вторую ступеньку после второго кольца от края. Допустим, мне нравится на второй. Я сейчас продену на вторую. Поверьте, квивер поклевку будет сигнализировать и после второго кольца. Будет видно. Так что, а мы надеемся вообще на крупную рыбу. Поэтому можно поставить и после третьего. Но это я так шучу. Вот, после второго колечко мы закрепили. На самый кончик я не хочу, я после второго колечка поставил. И вот эти две резиночки, они здесь будут ждать своего часа до темноты, после чего мы в них закрепим наш светлячок.
наш шнур уже продет в кольца. И приступаем к вязанию нашего непосредственно уже монтажа. Монтаж я буду использовать простой. Это будет паттерностер. Как вяжется паттерностер, вы можете посмотреть в интернете. Сейчас уже темнеет, и крупным планом я, как вязать его, не покажу. Единственное, я хочу сказать, что паттерностер я буду вязать на основном шнуре. Отвод у меня будет под кармак в районе 8-10 сантиметров. Затягиваем. И кормушки я буду использовать полузакрытого типа. 42-граммовые. Но прежде чем я повешу кормушку, я повешу промерочное грузило, булаву 56-граммовую, вот такой вот формы, и займусь промером глубины, выбором точки. Наконец-то я к ней пришел. На оснастке у меня будет ставка из фидергама, так как ловлю я шнуром. Шнур не амортизирует поклевки, как леска. И поэтому фидергамчик будет спасать мои поводки от крупного улова, который, я надеюсь, у нас сегодня будет. Сейчас 11-метровую яму я, конечно же, не нашел. Но я нашел свал, ямку где-то 3 метра, 3-метровую, на расстоянии 45 метров. Более точно я скажу, когда посчитаю обороты катушки. Оборот катушки у меня 0,86 метров, 86 сантиметров. Вот идет подъем, подъем с ракушником. Вышел на песчаное плато с мелкими ракушниками. Поехали ближе к берегу. Но, ребятки, есть у меня одна проблема. По-моему, у меня недалеко от берега есть, уже появилась трава. А это не очень хорошо. Вот он, подъем, резкий подъем. Резкий подъем, очень резкий подъем. Итак, еще один контрольный заброс в сторону маяка. Маяк, я надеюсь, что вечером включится, и у меня будет какой-то ориентир. О, вот он и включился. Мы сказали, он включился. У меня будет ориентир, на который я буду бросать, закармливать точку в одно и то же место. Логично было бы поставить платформу, зайти в воду метров на 5, и оттуда уже комфортно ловить. У нас таких условий нет, поэтому будем делать то, что будем делать. Ловить с берега. Еще один заброс. Сейчас посчитаем обороты катушки, для того, чтобы понять, на какой дистанции будем ловить. Два. Три. И недоброс. Итак, если вначале я бросал на маяк, глубины там были до 3 метров. И перед нами с правой стороны еще поросли травы, которые слишком нам утяжеляют вываживание рыбы. Я решил сместиться левее от маяка, ориентировочно на дома, которые у нас будут на той стороне. Они ночью засветятся тоже и станут для нас ориентиром. То есть дома – это тоже мое спасение. Свет от домов – это мой маяк. Если мы бросаем на свет от домов, то глубина там существенно больше. Сейчас я вам скажу, какая. Заброс. Положили. Ну, в районе 4 метров, 4-5 метров. И начинаем протягивать.
23, 24, 25, 26. Вон, видите, что происходит на дне? Тоже, уже трава. Забрасываем и считаем еще раз обороты. Катушки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, девятнадцать, двадцать, один, двадцать, три, двадцать, четыре, двадцать, пять, двадцать, шесть, двадцать, семь, двадцать, восемь, двадцать, девять, тридцать, один, тридцать, два, четыре, тридцать, пять, тридцать, шесть, тридцать, семь. 37 оборотов. Ориентировочно 30 метров. 30 метров – комфортная дистанция. Еще раз проверяем, перепроверяем. Вот, пошла ракушка. Именно это место с ракушником я и выбираю для своей ловли. Надеюсь, что туда придет рыба. 11-метровой глубины там нет. Она может быть только где-то возле маяка. Я могу переклипсоваться и бросать еще дальше. Но ночью мне это будет некомфортно. Я собираюсь кормить достаточно часто, раз в 2 минуты, после этого перейду на раз в 5 минут и надеюсь, что рыбка подойдет оттуда и на эту точку. Точка это все-таки середина большого свала, потому что там, где я бросаю, он свал постоянно начинается. И начинается он такой с песочечка с какого-то, вперемешку с ракушняком. И этого ракушняка становится все больше и больше, и больше, и больше, и больше. Все, останавливаемся на этой точке. Я в нее верю. А самое главное, если рыболов верит в свою точку, то у него все получится. Наша кормушка закреплена на шнуре. Навеска ее 42 грамма. Она полузакрытого типа. Света у нас уже мало. Сейчас мы будем устанавливать дополнительное освещение. А пока мы будем устанавливать дополнительное освещение, параллельно я буду делать стартовый закорм. 10 кормаков в нашу точку на расстоянии 30-32 метра, на глубину 4 метра. Поехали. Забили. Подмотали. Скобу открыли. И на домики. Хоп. Пошла. Ждем. На счет 7 опустилась. 42-граммовая кормушка опускается на счет 7. 42 грамма плюс корм. Ориентировочно 52-54 грамма. За 7. Это 4 метра глубины. Самое интересное, что я не навязал дома поводков, каюсь, грешен. Просто у меня не было крючков, которыми я собирался ловить. Ловить я сегодня буду крючками 18 номера и лесочкой 117 номера поводочной, флюорокарбоновой. Но в процессе у меня будет время. Крючочек, я не знаю, видно его вам, не видно. Ну, наверное, не видно, он очень мелкий. Поэтому мы на него сейчас одеваем три пинки, одну синенькую, одну беленькую и одну красненькую. Пинки добавляем в прикормку. Вот так вот ближе. И все это дело полметровым поводком и вставкой с фидергама отправляем в воду на расстояние 35 метров от берега в надежде получить поклевку. Самое интересное, что пока мы все это готовили, темнело, и после нашего заброса в контрольную точку мы будем устанавливать светлячок. Переламываем наш светлячок,
вернее элемент, который находится внутри светлячка. Взбалтываем хорошенечко. Кстати, сейчас 21.39 и дали воду. Вода быстро приходит, и надо будет перемещаться немножко ближе. И закрепляем на кончик удилища. Раз. И два. Все. Теперь он нам будет точно сигнализировать о поклевке. Сила нашего синего опарыша, он же пинка. И делаем следующий заброс опять на дома. Удилище заброшено, кормак упал в воду, продолжает тонуть. Его немножко сносит боковым течением. Я сказал, что дали воду, вода приходит к берегу. Главное, чтобы нам не пришлось еще отодвигаться назад, не терять нашу точку, отматывать шнур, переклипсовываться. Это все дополнительные неудобства. Но, оп, поклевка. Очень сильно ударил. Или... Очень сильная поклевка. Но на крючке ничего нет. Но поклевка за поклевкой в заброс. Я, честно говоря, ребят, не знаю, что тут по рыбе. Сейчас узнаем. Пока рыба на берегу не будет, я вам ничего не скажу. Но то, что здесь клюет, это однозначно. Если поклевки будут продолжаться, но рыба не будет засекаться, я увеличу немножко крючок. Или одену одного парика чулочком. Сейчас посмотрим. Но мысли, по крайней мере, у меня сейчас такие. Считаем до 120 или до 200 и делаем перезаброс. А лучше золотая середина до 160. Во, видишь? Итак, первая рыбка у нас сегодня. Стой. Иди ко мне. Это у нас... Кто ты у нас, друг любезный? Густера. Это у нас густирочка. Еще одна рыбка, тоже не крупная. Давай, иди ко мне. А я вам скажу так, что я, наверное, буду даже и под саку раскладывать. Потому что вот такая вот рыбешка. Кто это у нас? Густирочка. А говорили, рыбки нет. Вот еще одна залетела. Ой, тише. Сейчас я ее инструктором. Крючочек достану. И покажу вам. Еще одна. Точно такая же. Длинный анальный плавник. Вот такая вот. Отправляется в садок. Thank you.
Стой, братишка. Стой, братишка, вот такой вот парниша нам залетел. А, ребятушки, рыбка-то укрупняется. Хороший, хороший. Не будем долго ждать. Освобождаем. За верхнюю губу взяло. На 18-й крючок. На 18-й. За бочок взяло. И висело у меня. Пока мы занимались съемками, рыбка уже была на крючке. Отправляется в садок. Еще одного опарика. Это все дело мы вычищаем. Диме Барсуку привет передаю. Дим, за бочок. По классике жанра. Это лучший совет за, скажем, в этом году, которым я пользуюсь и который приносит свои результаты однозначно. Однозначно, ребята. Об этом я расскажу немножко позже. И опять заброс на светящиеся дома на той стороне. Полетело. Оп! Вот такой вот пацан. Красавчик. Фух. Вот это адреналин. Я же говорил, что он будет. Посмотри какой. Вот это лещ. Южный мост
Киев. Мега крутой лещ, мега крутой. Самое главное, что он был ожидаем, а это очень важно. Он был ожидаем. То есть мы знали, и Игорь, который стоит сейчас по ту сторону камеры, он свидетель тому, что при этом забросе я сказал, что сейчас будет лещ. Так и произошло. Я не при каждом забросе говорю, что сейчас будет лещ, хотя это тоже вариант попасть в десятку. А именно когда у нас начался такое, началось затишье, это значит, что подошла крупная рыба. Именно тогда я и решил сменить, поставить красного червя, воспользоваться копексом от Сенсас и поймал такого достойного соперника. При вываживании очень боялся, что у меня будет вход, потому что есть брова, есть трава, и у меня не платформа, удилище короткое, 3 метра. И перетащить его через брову у меня не было возможности, поэтому я скочил на бетонные сваи, с правой стороны у нас лежит, и прямо с бетонной сваи на вытянутой руке перетаскивал его через верх, периодически покрикивая «принесите мне подсаку», которая стояла в другом конце нашего кресла, нашего пляжика. И, в общем, эмоции били через край. Но, тем не менее, рыбу мы достали, мы ее завели без подсака, вытащили ее уже на берег и сделали с ней фото. Еще немаловажный факт. Количество прикормки, которое у нас осталось. Ну, я думаю, килограмма 2. То есть нам килограмм хватил с головой. Я брал с запасом, поэтому плюс прикормочка напитала воды, ее стало больше. И эту прикормку ни в коем случае я выбрасывать, конечно же, не буду. Впереди еще не одна рыбалка. Самое главное, ее хорошенечко перемешать. В офисе я себе поставлю, или если вы, то дома себе поставьте. И перемешивайте желательно там 1-2 раза в течение дня, чтобы она снизу не зацвела и не скисла. Если вы будете перемешивать, с ней ничего не случится. Также можно прикормку пересыпать в пакет и поставить в холодильник, там с ней тоже ничего не произойдет. Ну, соответственно, посмотрите перед рыбалкой, чтобы у нее не было кислинки, чтобы она не скисла, потому что если она скиснет, ну, не всей рыбе она подойдет. То же самое сделать и с опариком, и с мотылем, и с красным червем, и с пинкой. Аккуратненько все сложили, запаковали, кулечек принесли, поставили в холодильник, и в холодильнике оно там стоит. Если же, конечно, жена вас не выгонит из дома. Но если вы будете ловить такую трофейную рыбу, как сегодняшний наш лещ, и показывать фотографии, а не приносить рыбу домой, чтобы жена чистила, то все будет хорошо, жена скажет, что молодец, ты ловишь трофейную рыбу, а значит, ты что-то знаешь в этой жизни. Вот, друзья, вот такая вот рыбалка, вот такой вот и итог. Рыба есть, рыба клюет. Ну, как все хорошее, рано или поздно нам приходится собираться домой. Тем более сегодня у нас среда. А нет, сегодня у нас вторник. На часах уже без 6 минут час. А завтра впереди целый рабочий день. Поэтому вот так вот, собравшись после работы, можно выскочить на набережную, неплохо отловиться. Скажу честно, что на ловлю времени было мало, так как мы снимали, но в улове у нас лещ кило 200, еще рыбки залетели на 700 грамм. Итого у нас сегодня совместный улов почти по 2 килограмма, кило 900. Ловила с дистанции 35 метров, 32,
32-35 метров. Глубина в месте ловли была ориентировочно 4-4,5 метра. Все супер, все класс. Водичку дали, сейчас вода остановилась. Вы видите, вода ушла. И на этом наш сегодняшний отчет, наша сегодняшняя очередная, но не последняя рыбалка подошла к концу. Эмоции через край. Отчеты, видеоотчеты вы увидите скоро. А письменный отчет будет завтра в Фейсбуке. Обязательно уже с фотографиями, которые я уже выложил прямо сейчас. Приходите на набережные, ловите. Рыба есть, рыбы много. Постоянно ищите, потому что рыбалка – это всегда поиск. И Днепр наградит вас такими прекрасными трофеями. Пусть эта рыбка плывет, пусть ее становится больше. Берегите природу, убирайте за собой все, что принесли. И до встречи в следующих видеоблогах. С вами был Максим Сальник. Спасибо. Класс, супер, рыбалка удалась. Горошек рулит. На 18-й крючок. На 117-й поводок. Теперь с этими эмоциями я проживу, ну, как минимум до выходных, так это точно. Впереди у нас 2 дня съемки. Фух, а эмоции через край.